А знаете, что будет, если плохо пошутить про полет? А, ну началось. Катастрофа! И правда. Эй, Кирика, ты много работаешь в офисе? Нет, а что? Потому что за тобой всегда тянется бумажный след. Я знаю шутку. Как называют спящего детектива? Усталый. Нет. Под прикрытием. Ой, прости, забыла рассмеяться опять. А вот еще одна. Как себя обычно чувствуют пилоты? Их тошнит от твоих шуток? На высоте? О чем ты? Улетно. Ладно, Уинстон. Хо-хо-хо, прикольная шутка. Мне такое чувство неизвестно. Эй, Уинстон, хочешь услышать секретный анекдот про коктейль? Конечно, хочу. Прости, тебе его нельзя рассказывать. Ты можешь его разболтать. Постой, я понял.